Что это значит? Это значит, что тебе человек очень нравится. Ай! Больно! Орел, король! Отдай, это мой мяч! Теперь мой! Значит, это ты плохой человек, Юра Веревкин, который обижает моих подружек. Слушай меня и запоминай, плохой человек Юра Веревкин. Если ты еще раз будешь приставать к этим двум девочкам, я тебя четвертую. Ты понял? Понял? Мяч отдай им. Извинись. Извините. Беги. Максим.